вообще решил куда-то идти? Ты вообще сюда пришел, блядь. Скажи, пацаны, Обухову привет. Давай, Обухову привет. Говори. Обухову привет. Вот, слава Украине. Слава Украине. Что надо сказать, блядь? Тебя учили уже, блядь. Что надо сказать, я у тебя спрашиваю? Слава Украине. Дальше что? Обухову привет. Героям слава надо говорить, блядь. Путин кто? Да Путин хуеплет. Хуеплет, вот так. Вот это правильно, блядь. Счетыхало, блядь. Да я ебу, что у него потухло, блядь. Сам. Сделай ему огня. Сейчас сделай. На войну. Вы настолько обеднили украинцев. Лучше как было, бля, до этого. Я понял то, что вы за родину воюете. Да. А там непонятно за что. У нас коррупция тоже есть. Никто не хочет никуда идти. У нас коррупция, бля, тоже, бля. Офшоры, хуёры. Ну вот это все так обеднило нас. Это заметно. Я видел видео, как орут в Киеве, что-то Путин пидорас весь город. Меня вдохновило. С каждого окна орут. У нас, чтобы так крикнули, никто не будет кричать. Потому что ФСБ сразу... Мирное население, блядь. Когда не молодо, по вашему яре колонны ехали. И просто, блядь, беспощадно хуярили. Вася, где ты его взял? На Украине, блядь. А что ты его не зарезал сразу? Потому что мы украинцы. Да. Потому что мы Европа. Так рассказывают, что мы яйца тут режем им там. Так он видел вчера, жарти дали, води дали, блядь. Спати уклали, нахуй, блядь. Сука. Не подскажете, где вчерашние ПЗРКшники стояли?